Народ, всем добрейшего вечера. На улице ужаснейшая погода, видимость просто отвратительная. Время 20:50, 8 градусов тепла. Едем на работу. Но едем не просто так, а... Ну, короче, немного у меня сторожа начали охреневать. Поэтому решил, буду-ка я их навещать иногда. Проверим, съездим, в каком он сторож состоянии, развесил ли жетоны, правильно ли они по номерам висят. В общем-то, проверим работу сторожей. Так сказать, надо, чтобы во всем был контроль и порядок. Так что, полетели на работу. Все, сценика здесь. Оставляем под фонарем. Мы сейчас ждем. Должен подъехать коллега, в подчинении которого находится сторожа. И поедем на его автомобиле. Не, на улице так-то тихо. Просто что дождь идет. Ну что, все. Поехали домой. Время 21:31. Проверили сторожа. Состояние нормальное. Это самое главное. Смотрит, ну, работает в поте лица. Смотрит телевизор. Жетоны даже и не думал развешивать. В общем-то, запись сделали в журнале. Завтра будет объяснение писать. Бля, и вот все у них не так, все плохо. Вот почему, блин, у нас так вот? Это или психология наша такая, или менталитет такой. Все не то, все не так, все неправильно делаете. Мы делаем все так, как надо, а вы нас не цените, вы там то, вы там все. Ну вот, пожалуйста. А сам сидит. Ну, я 100% уверен, что он сейчас телек смотрел и уже собирался скоро ко сну. Да, печально все это. Я так считаю, что если ты пришел на работу, то ты должен ответственно относиться к своей работе, какая бы она ни была. Если тебя не устраивает заработная плата, а сторожу не могут платить так же, там, как инженеру там, или еще, ну, человеку с высшим образованием. Но если тебя что-то не устраивает, но тебя же никто не держит. Это... Твой заработок зависит только от тебя. Иди учись, сам что-то создавай, открывай, может, свое какое-то дело. Никто же никому не запрещает, никто никого на цепи не держит. Но, блин, вот у нас такой народ, что все плохо, лучше буду ныть, лучше буду там жаловаться, винить весь мир, что у тебя там что-то не получается, но при этом сам, блядь, как сидел на жопе, извините меня, так вот и будет сидеть. Ну и живой пример. Пришел на работу, работы. Жетоны – это основная система контроля сторожей. То есть люди уже до такой степени охренели, что, ну, вообще по барабану. Ну, пришел телевизор посмотреть. Какая разница, он или дома на диване будет телек смотреть, или на работе будут телек смотреть. Да. Но самое главное, думают, что они самые важные для предприятия люди. Ладно, друзья, все это, конечно, печально. А я вас попрошу с ответственностью относиться к своей работе. Если вы эту работу ненавидите, если вы считаете, что вам мало платят, что вас недооценивают, ну, вы просто бегите с такой работы, ищите что-то свое. Ну, блин, ну и сами старайтесь, так сказать, что-то сделать и чего-то добиться. Все, поехал я домой. Не знаю вообще, буду я эти отрывки в какие-то ролики включать или не буду. В общем-то, посмотрим. Все, всем мира, добра, удачи и до скорых встреч. Всем пока.
Всем, друзья, добрейшего времени суток. Продолжение кролику. Взял сегодня объяснение со сторожа и, блин, честно сказать, охренел от такого объяснения. В общем-то, пишет человек: я не ходил развешивать жетоны, потому что шел дождь. Ждал, когда закончится дождь, тогда бы и пошел развешивать жетоны. Ну, то есть, по понятиям живет человек. Не то, что там есть инструкция, там график и прочее. А вот. Я у него спрашиваю. Говорю, не буду говорить ни имена, ничего. Говорю, а вот если бы дождь не закончился, а может он, кстати, не заканчивался за ночь, ты бы вообще не выходил из здания? Молчит. Вот так, друзья, и работаем. Даже вот не знаю, какие меры дисциплинарного воздействия, взыскания применять к данному работнику. Ладно, всем еще раз спасибо большое за просмотр. Ролик, ни о чем, так, просто жизненный. Ну, а я полетел дальше. Смотрите, что у нас на полях творится. Я вот, честно сказать, не знаю, как нормально тут посевную делать, проводить. Хотя сделают, как всегда, сразу такие места повыше, а потом уже, когда подсохнет, будут места, те, которые пониже, засевать. Что хотел показать. Приехали мы ко мне в деревню, у нас идет модернизация. Роют все, раскапывают по очень, ежик раздавленный лежит, по очень классному делу. В этом году по плану нам проведут каждый дом, каждую квартиру оптоволокно. Вот, видите, он все раскопано, лотки с левой стороны стоят. И у нас здесь все роется. И все. Короче, будет у нас высокоскоростной интернет. А до этого медь лежала обычно. Это, конечно, не может не радовать. Особенно таких людей, как я. Типа блогеров. Вот. Сделают. И буду подключать самый нормальный тариф. Какие-то частники работают. Потому что быстро все делают.